Минус 6,5 тысяч рублей с банковского счета. В Тирасполе обокрали девушку. 33-летняя женщина по дороге в магазин потеряла кошелек с банковскими картами. Пропажу обнаружила не сразу. Только когда она пришла домой, увидела, что кошелек отсутствует. Примерно понимая, в каком районе она могла обронить его, она вернулась. Но, к сожалению, увидела только часть содержимого своего кошелька на дороге возле мусорки. Потом она сразу начала практически получать смс-оповещение о том, что с ее банковских карт, которые находились в кошельке, которые исчезли, начали списываться деньги. Она заблокировала эти банковские карты. Но, тем не менее, злоумышленники успели снять в банкомате больше 6,5 тысяч рублей. В кошельке были пин-коды от карт. Так и удалось снять деньги. Девушка сразу обратилась в милицию. Злоумышленников нашли. Это двое мужчин. Одному 25 лет, другому 21 год. Они вместе с картами забрали и паспорт на имя девушки. Его нашли по месту жительства одного из мужчин. Сейчас им грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД. Материалы дела передали в Следственный комитет.